Обстоятельства у меня. Его тетя, мамина сестра, работает. Саня, шлопор есть? Да, уже не работает, Света. В мединституте она работала. Уже не работает, да? Снажанин нормально, ты же что? Она все-таки через этот сайт я сдумала. Там вроде когда уезжала. Она здесь бывает, я так понимаю. Тихоня, когда готова. Что мы хотели? Я говорю, ну и как тебя? Сима, есть блюдца. Привет. А кого еще? Кого еще узнаешь? Так, ну смотрите, кто попадает. Вот это кто, Ин? Да. Вот это кто рядом со мной? Давай, вспоминай. Так, ну не мучайте человека. Вы. Она даже это помнит. Лена Кравцова. Ну вот видишь, только я Танюшку узнала, а Таня Киян. Так, Таня, поднимайся. Давайте. Теперь видела. Вот ты ко мне не клеишь. Света, а ты расскажи о себе немножко, как ты живешь? Год работал на справочно-правовых системах. Ой, это Катя Панченко. Нет, ты совсем не извинилась. Да. Тебе видно, Ир, да? Не видно, Уля? А вот это вообще ты узнаешь? Вот это. Ну-ка, ну, блин, меня отдает все время. Андрей. Это Андрей Металл. Саш, у меня. Здорово. Вот видите, в Питере. Это муж? Мужу привет. Мы где? Я, например, дома. Замечательный именем Давид. Сашка Владимировна были в одной. Андрей же Коваленко. Вот кто к нам присоединится еще? Аленка у нас путает в ХПИ. Вы же тоже там бываете, да?
Да, и вот... Ясно, и мысль. Там у нас на конференцию будет еще народ. Мы еще увидимся, да? Хорошо? Ты рада, что ты нас всех увидела, а? Рада? Что еще раз? Пьянка и себя. Мы уже в процессе. Не, ну очень все культурно, я надеюсь. Мы уже в процессе. Мы же пили все раз в ходе, поэтому Борочка с самым соком запивает уже. Что там еще есть? Какая пицца? Да, окей. Да, договорились, все, еще увидимся. Ладно, давай, пока. Белый. А что ты такое? Мёрзнуй я. Как меня зовут, ты не помнишь? А это что? Лена Кравцова. У меня в шоке выгенеры есть. Ты не поверишь, у меня не надо. Что это проблема? Ты впереди сидел на третьей парте, Дродзинский все время, а мы с Катериной сзади. И мало чего. Послыхать. Не помнишь? Не прикидывайся, ты все помнишь. В интернете я нашла фотографию, Дима, нашла на сайте фотографию, кабинет истории, Наталья Борисовна ведет урок, ты сидишь там что-то машешь руками, а я на заднем фоне, так что-то стою, и непонятно, чем я занята. Я нашла, которая ведет свою фотографию с тобой совместно, откроешь, посмотришь. Я знаю, там кто-то была потому что я там сейчас скажу, кто поставил оценку. А знаешь почему? Потому что я не знаю, как это правильно сделать, как это, зарегистрироваться, как я не знаю. Муж занимается этим делом, вот он написал там ребро. И на следующий день... Подожди, я только начал. Везение страшно, да. Воскресенье только началось. Скажем, на этом человеке... Дима, у тебя детки есть? Да, а где они? Один сейчас возвращается с мамой из театра, а младшего сейчас подошел к 3-5. Получалось, я с детьми вожусь, я с тобой. А Наташа работает? Да, вот ну, я ее на работу отправил. Она пошла... А что за Дима? Почти как программист, но поддержка клиентов... в конторе, которая пишет программы, короче. Ну. Наташку Корененко видишь? Там Мила. Я тогда немножечко размыто. А ты поговори, я с ней поговори. Вот. Радовался такой. Ты спроси, как дела? Что-то меня пока не очень понял. То есть в гости можно приехать, все здорово, хорошо, но не знаю. А зовут, в смысле, на постоянно зовут, да? Ну да, папа наш мечтает, чтобы мы наконец воссоединить семью обратно. Ну ты там, ты так, я понял, чувствуешь себя там достаточно уверенно, скажем так. Ну, да. Этим все сказано. Пока. Уверенно нигде себя не чувствуешь, просто тут менее не уверенно, в общем-то так. Понятно. Не знаю. В интернете, да, там что-то навещалось куча народу. Кто тебе еще нужен? Не, в интернете. Все лучшие в интернете не появилось, новых не появилось, но вот много появилось здесь. Вот, нас здесь 17 человек вообще. Ну, Дима, круто. Почти, да. Круто, да. Куда? К нам сюда. Визу долго оформляют. Да прям, там визу не понадобится. Виза не нужна будет. Ну, еще что-нибудь там, расскажи. Какие планы на вечер сегодня? Дима, пока Галины Алексеевны нет, напиши, вспомни слова. Помнишь, ты пел на выпускном песне? Да. Я не знаю, куда на тебя смотреть. Тебя тут так много. Love story была, да. Да. Ты споешь ее сейчас? Сейчас мы ее позовем. Ой-ой-ой. Нет, я думаю, что... Наша связь не передаст полный колорит. Сразу отсел, да? Передаст. Дима, дело в том, что ты у нас на 8 экранах, понимаешь? Да, я знаю, Саша может. Да, Саша вот такое предоставил, так что наблюдаем тебя достаточно эффективно, скажем так. Понятно. Ну, может быть, еще на площади Дзержинского? А у нас там есть экран. Нет, монитор там есть, и не один, да. Так что это, собственно говоря, уже полпроблемы есть.
Понятно. Круто, круто. Скажи. Да, Дима. Очень рады с тобой пообщаться, очень рад я тебя. Я суд... ну. Что сделать? Давай. Он обещал вам песню. Анечка, давай. Анина Алексеевна. Да. Я прокурил, хотел голос уже до сих пор. Да ладно, там марихуану, что ли? Давай. Ну, Дима, моя любимая. Нет, ну, на самом деле. Ну, ладно. Я уже ненавиделся когда-то, полтора года назад. Ты хочешь сказать, что ты уже пил? Тогда. Исправься. Да, задавай вопросы там по порядку. Ну, я не знаю, расскажите вообще, какие по паре слов, может, это тоже интересно. По паре слов, да, Катя, расскажи. Да, там же интересно, как ты кого узнал. Катю, там всех узнал, здравствуйте, что думаете, вы так слышите? Ну, давайте я начну, Дима, я, Стас. У меня все в порядке, в принципе, дети, Валера один, мальчик там у меня, с Солей все в порядке, тоже живем, все нормально. Вот, с газового хозяйства я ушел, теперь пытаюсь работать самостоятельно. Вот, ну, в общем, все, в принципе. Живем нормально, скажем так, воспитываем ребенка. Что еще? Ну, живем мы в Покатиловке, пригород, частный дом, ну, меня видят. Собаки там, ну, круто, свежий воздух, подснежники, источник, ну, все хорошо. А ты кино как хорошо, я там, кстати, когда-то в каком-то пенеоскомане иду. Да, в пенеоскомане, там еще и есть один. Нашли, я нашел рубль, пошли купили жвачку, а перебросили. Сейчас его не узнал. Купили жвачку на двоих, на следующий день, Лидия Степановна. Орех. Жена 24 лет, в больнице работает, и не зависит. Обошел с первого до третьего этажа. А я его видел в руках, он зарегистрировал. Дима, что у меня все в порядке? Слышь, ты наглая морда. 4,5 года, работаю в детской поликлинике. Тоже счастлива, все в порядке. Жизнь стабильная. Это знаешь, кто это? Догадайся с трех раз. Четвертого не будет. Через 16 лет догадайся, кто я. Нифига не догадаюсь. А Дима Сява говорит что-нибудь. Стань, ты кто? А? Конечно, говорит. Ну и все, это я. Как был, такой и остался. Как я был распизалом, так я... Косишь? Ну и все. И мы здесь понемножку зарабатываем. Сейчас Брумский подтянет. Он бежит уже к тебе. Я тоже. Что? Да, шо? Ну, а шо? Ну, а шо? Сейчас поснимаю немножко, а потом все. Память оставил все. Дай же побольше памяти оставить. Наша, я вам позвонила. Поэтому я вам
при желании заходите. Может, преподаватель? Лаборант, да. Аня, давайте отправим. Аня вас зовет. Она прикроет тобой. Все, ребят, ну ей же 26, поэтому она мужа. Вот Зина как бы в младшем возрасте, вот Зина как бы уже, наверное, с женой. Жена у нее турчанка. Да, говорит. А у Ковалевича жена там кореянка? Нет. Он же сейчас. А, не, у нее сейчас жена москвичка. Москвичка? Ладно, еще Митя Рабинович. Митя Рабинович не из чего Да, вот, значит, из друзей. Алексей Цыба, в последнем день, сегодня 16.30. Здесь он... Наташа Иордаки я видел 2 дня назад, случайно, проходящей возле Газпрома. В маршрутке ты ехал в одну сторону? Нет. Поймал ее за рукав, это самое, проходящая, это самое, мимо меня. Чисто понимаю, процессор работает. И как же этого гада зовут? Вот, ну, нет, сказала, что вспомнила, что я не поменялся, это сама. Вот, ну, в общем-то, как бы, 2 образования, психолог, там еще что-то, это сама, в национальной какой-то академии чего-то там работает, это сама. Вчера ничего я не слышал, это сам. Собирается с мужем в очередной раз куда-то уезжать, это самое, за границу. Жили с мужем в Швеции, у него там контракт был, это сама. Сейчас опять куда-то собирается, наверное, в Германию. Есть. Еще и первый, и второй. Я так понимаю, что в человеческую жизнь Я нас смотрю. Уля, она же широкая. Яна, слышишь, ты вообще написала, что ты не смотришь Кашарабука, потому что... Здрасте, я написала. Смотри. Вопрос такой, зачем ты снимаешь? Кому? Это КГБ. Женя Туринов. Ты его не можешь вспомнить, потому что он не из наших сообществ. Пидорас кинул всех, это самое, потому что меня и это самое. Скрывается от... Да ты что? Нет, я вам просто... Она Саша и... Я узнаю. Если ты про этого Сашу. За свою жизнь, бандит, я привык. Бандит. Мне не привыкать. Ну, а если я когда-нибудь... Да ты никак не запомнишь.
Потому что на компьютере я подозреваю, что уже язычки нету, а как вот это устройство включается? Женька, здравствуйте ты. Ну, оставим впечатление, ничего. Впечатление. Ты в голове видишь свои впечатления, да? Я собирался. Я? Я сейчас пью. Все, вот я. Согласен, я на никого не отвечаю. Он на ней. Я сволочь. На одноклассниках есть ее член. Нашел какой-то тип. Да, такой там пишет. Они похуй на жизнь. К нам. Пиши про сейка. Что молчишь? Девушка, а я Ваню Каменеву хотел бы послушать. А его, я вас спрошу.